Добрый день, на обзоре у нас Sony PlayStation 5 Slim. В комплекте идет коробка, родные провода, инструкция, сама консоль. Новая активировалась только сейчас для запуска. Внешнее состояние идеальное. Подсветка работает. Проверить дисковод у нас не получится, потому что у нас нету диска. Итак, посмотрим. Сеть есть. Нужно перезапустить диск, обновить точнее консоль, потому что первый запуск. Полностью чистенькая. Есть стандартная игра, проверка. Геймпад идет родной. Видно, не видно будет, ну ладно. Сейчас вибрировал геймпад. Говори. Раз, раз. Один, 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 один. Раз, раз. Микрофон тоже работает. Такой демонстративный у нас получился ролик. И сейчас я покажу. Приставка полностью в исправном состоянии, не шумит, не греется. Так вот она выглядит. Пломба на месте. Приставка работает, играется.